Привет, зрители канала Надол. Итак, сегодня 8 марта и обещанный розыгрыш подарков нано-конкурса номер 1. Сейчас вы видите на фоне это видео. Я копирую ссылочку этого видео и вставляю в специальную программку, в которой будем разыгрывать эти призы. На самом деле заявилось только 7 участников, это хорошо, практически у 50% есть шанс победить. Я всем желаю удачу и использую программу TateTrue, это рандомайзер, и вставляем сюда ссылку на видео. Вот я вставляю ссылочку на видео и поехали! Итак, мы видим, первая победительница – это Ольга Танасюк. Поздравляю вам, Ольга. Пишите мне, пожалуйста, свой адрес, и куколка с собачкой Эви вам будет отправлена. Итак, следующий комментарий. Итак. Драйвер 123, участвуют фанаты Лего Дупла. Поздравляю вас, ребята, спасибо за участие. Лего Дупла вам будет отправлен. Пожалуйста, пишите свой адрес. И третий комментарий открываем. Итак, Леди Флай хочет малыша для Барби. Ой, как здорово получилось, всем трем разным людям получились разные подарки. Я очень рада, что мне не придется кого-то обижать. Леди Флай, пишите мне свой адрес, и я также вам отправлю малыша для Барби. Спасибо за участие в конкурсе. Ну, что я хочу сказать? Спасибо. Конкурсы я буду продолжать для вас делать и дальше, и разыгрывать призы. Постараюсь чаще, точнее, на следующих видео мы обязательно разыграем еще призы. Они уже, может быть, будут побольше, может быть, будет один. В общем-то, спасибо всем за участие, всем до встречи и пока-пока!